Дорогие друзья, добрый день. Мы с вами сегодня уже в четвертый раз проводим заседание наблюдательного совета Организации «Россия – страна возможностей». И рад видеть, приветствовать и членов наблюдательного совета, участников этого проекта, всех, кто заинтересован и помогает его развивать. А это очень важно. Обращаю ваше внимание на то, что сделано. Результаты есть. Во-первых, 5 лет прошло с тех пор, как организация заработала. Это уже само по себе неплохо. Она живет и развивается. Но и есть возможность обсудить то, что сделано. Сейчас я об этом 2 слова скажу. И наметить перспективы на будущее. А вот что в качестве результата? Значит, 26 программ, ну, это как бы ни о чем не говорит, может быть, 36, может быть, 106, неважно. А важно что? Что участниками этих программ стали более чем 20 миллионов человек. Это, конечно, впечатляет. Но что еще не менее впечатляет, это то, что несмотря на все сложности сегодняшнего дня, сегодняшнего периода и сегодняшней обстановки, в которой мы живем, участие в этих программах приняли наши друзья, коллеги из более чем 150 стран мира. Это, конечно, серьезный результат. Это говорит о том, что людям активным, ищущим себя, стремящимся к результатам, очень важно, и они, видимо, это чувствуют, что вот все наши мероприятия направлены на то, чтобы помочь поддержать человека, поддержать, добиваться каких-то целей, которые он перед собой ставит. А может быть, помочь сформулировать эти цели. Ну и что касается социологических исследований. Вот смотрите, в 2017 году 37% молодых людей в стране считали, что в России созданы подобающие условия для самореализации молодых людей. А сейчас этот показатель уже свыше 80%. Ну, это, в общем, говорит о том, что все усилия государства, в том числе и ваша работа, они необходимые результаты приносят. А среди участников проектов таких уже свыше 90%. И сам проект в целом «Россия – страна возможностей», конечно, востребован. Логика всех действий в рамках этого проекта заключается в том, чтобы в центр внимания были поставлены люди. Конкретный человек с его амбициями, в хорошем, самом хорошем смысле этого слова, и с его стремлением к личным достижениям и вкладу в определенному вкладу в усилия государства и всего общества по ключевым направлениям развития. Как я уже сказал, проекты направлены на то, чтобы помочь людям самореализовываться. И в этой связи хотел бы отметить неформальную часть той жизни, которая сейчас, в которой мы живем, а именно то, что государство провозгласило текущий год годом педагога и наставника. И в этой связи хотел бы отметить, что, во-первых, со всеми участниками проекта встречаются люди, которые добились конкретных результатов в жизни, которые добились результата, и этот результат является общепризнанным, и они выступили и в качестве лекторов, и в качестве наставников в известном, в самом широком смысле этого слова. Но не менее важно, что и участники проекта выступают в качестве и педагогов, и наставников по отношению к более молодым людям, к тем, которые первые шаги делают в своей карьере и в своих, в достижении своих жизненных успехов. Это все имеет большое значение. Конечно, очень важно, чтобы и сами проекты становились более востребованными, более интересными. Надеюсь, что так оно и будет. Ну, а результаты говорят сами за себя. Пока, во всяком случае, у вас это все получается. Ну, взять хотя бы такой проект, как экспедиция «Россия – страна возможностей» вокруг Азовского моря. И это, думаю, что и людям, которые встречались с вами, с которыми вы работали в ходе этого, так скажем, не туристического, а делового круиза, это тоже было полезно. Я хочу вас всех за это, всех, кто принимал участие в этой работе в текущем году,
в прошедшем году поблагодарить. Ну и, конечно, надеюсь на то, что ситуация будет развиваться таким же образом, работа будет идти также, энергично и эффективно. Сейчас об этом нам как раз и Алексей Геннадьевич расскажет. Пожалуйста. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Вы когда в 2018 году приняли решение о создании организации «Россия – страна возможностей», то один из главных вопросов, который был перед нами, как мы будем измерять результаты своей деятельности. И в качестве основного показателя было решено использовать мнение граждан нашей страны. Вот вы уже упомянули про показатели социологических опросов, но для нас это действительно самый важный показатель. Мы каждый год на наблюдательном совете говорим о достигнутых результатах. Начинали с 37%, как вы сказали, потом было 50, 62%, в прошлом году 76%. И вот недавно ВЦИОМ провел очередной такой социологический опрос, и 81% наших граждан сказали, что они уверены, что у молодого поколения есть возможность для самореализации, есть возможность для применения своих способностей и возможность добиться успеха в жизни. Второй показатель – это масштаб, охват. Я не буду повторять те цифры, которые вы уже озвучили в вступительном слове, но скажу, что десятки тысяч победителей наших проектов благодаря участию в платформе «Россия – страна возможностей» действительно изменили свою жизнь. Кто-то смог попасть на стажировку в лучшие компании, кого-то пригласили на госслужбу, многие поработали с персональным наставником. Я хотел огромное спасибо сказать всем наставникам нашей платформы, кто работал с победителями. Кто-то стал мэром крупного города. Вот вы недавно встречались с выпускниками программы РАНХИКС, программа подготовки кадрового резерва, так называемой школы губернаторов. Многие в эту программу попали как раз из проекта «Лидеры России». Ну и, наверное, третий показатель – это сами участники наших проектов, их готовность помогать другим людям, самим становиться наставниками для более молодых участников и делать людей рядом с ними сильнее, нашу страну сильнее и лучше. И, кстати говоря, многие инициативы, которые сейчас работают, были предложены участниками наших проектов, были озвучены на предыдущих наблюдательных советах, и соответствующие решения были приняты. Например, возродившееся общество знания, туристический проект «Больше, чем путешествие», движение первых и другие. Ну, уже у нас стало хорошей традицией, что про проекты рассказывают сами участники. Я думаю, что мы не будем от этой традиции отходить, передадим им слово. Вы напомнили, что этот год был вами объявлен годом педагога и наставника, и я хотел бы предложить начать с Кристины Копотиловой. Кристина – методист детского сада и финалист нашего проекта, который мы делаем уже третий год с Министерством просвещения. Проект называется «Флагман образования», он как раз для педагогов, но еще и Кристина стала победителем нашего конкурса, нашего проекта наставничества, который мы делаем в мастерской управлении «Сенеж», и передает свой опыт молодым участникам. Кристина. Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович, коллеги. Вот уже 10 лет я работаю в сфере дошкольного образования, но для себя я решила, что хочу помогать не только детям, но и педагогам. Поэтому, когда началась пандемия, я разработала крупный проект по повышению цифровых компетенций педагогов. Если бы в 2020 году мне сказали о том, что о нем узнает вся Россия, я бы точно не поверила. Я развивала проект внутри детского сада, потом развивалась сама, даже параллельно развивалась сама. И поступила в университет на магистратуру, и именно там я познакомилась с платформой «Россия – страна возможностей» и профессиональным конкурсом «Флагманы образования». Я стала финалистом конкурса и в Тюмени уже вернулась в роли наставника-волонтера для педагогов. Но знаете, жизнь моя менялась уже после конкурса. Все самое интересное меня ожидало впереди. Вместе с «Флагманами» мы стали настоящими друзьями, создали свое сообщество, впервые вместе увидели «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, съездили на Тавриду, Байкал. Недавно я вернулась из Карелии. Мой проект после конкурса уже стал социальным, поэтому удалось получить грант от Росмолодежи и начать масштабировать проект.
Но тогда мне и самой понадобился опытный наставник, потому что вопросов было очень много. И благодаря году педагога и наставника и программе наставничества мастерской управления «Синиш» он у меня появился. Он сегодня вместе с нами. Это Марина Сергеевна Липатникова, финалист конкурса «Лидеры России» из Вологды. Вместе мы провели крупный форум для 300 педагогов, в том числе из новых субъектов. И если в 2020 году в моем проекте принимали участие только педагоги детского сада, то сейчас в нем уже 2500 педагогов из 100 городов России. Победители профессиональных конкурсов, флагманы образования, директор года, учитель года, первый учитель – это те самые кадры, которые создают наше будущее. Они его растят и воспитывают. Тюменская область, как и многие другие субъекты, заинтересована в педагогах, которые мастерски проявляют себя в федеральных проектах и готова создавать все условия для их карьерного роста. Поэтому мы вместе с коллегами посовещались и хотели бы предложить сформировать единый кадровый резерв в системе образования, который позволит участникам назначаться на вакантные должности в любых регионах России. А второе наше предложение касается управленческих кадров системы образования, то есть тех самых участников кадрового резерва. Для них мы предлагаем разработать образовательную программу по аналогии с губернаторской школой. Мы убеждены, что такая программа сможет профессионально усилить будущих управленцев в образовании. Спасибо. Ну, я так понял, что в детском саду вы уже не работаете или работаете? Я работаю в детском саду, да, понятно. Все верно. Я работаю методистом. А, то есть продолжаете работать, да? Да, все верно. Думал, вы стали функционером каким-то большим. Нет, это очень здорово, что вы продолжаете работать. Это значит, что призвание, которое вы когда-то в себе почувствовали, оно действительно ваше. Это здорово. Что касается единого кадрового резерва, ну, это хорошая идея. Раньше все у нас через партийные органы были, все резервы двигались, да, в советское время. А сейчас нам нужно создавать эти инструменты движения по карьерной лестнице в самом добром, хорошем смысле этого слова. Поэтому вот, Татьяна Алексеевна, мне кажется, идея, пожалуйста, прокомментируйте. Мы хорошая. Только с этим согласны, тем более, что кадры для особенно сельских и отдаленных населенных пунктов очень важны. И то, что сейчас предлагается, можно было бы заблаговременно отрабатывать с ребятами, с молодыми людьми и заранее профессионально ориентировать на то, где нам такие кадры необходимы. Поэтому только поддерживаем и с Россией, страна возможностей, будем в этом направлении работать. Ну а как это сделать практически? В практическом плане мы, Владимир Владимирович, знаем, сколько нам нужно кадров. Мы сейчас для себя оценили, что нам нужно порядка 22 тысяч для работы в школе. Мы знаем, по каким регионам, знаем, по каким населенным пунктам, понимаем, какой у нас набор. Высшие учебные заведения на педагогические специальности и в средние специальные. Понимаем вот этот вот трек, который на ближайшую перспективу. И если здесь мы как бы с одной стороны сформируем пул заявок, которые нам необходим, а с другой стороны своими ресурсами Россия, страна возможностей, скажет, что они могут, плюс еще с третьей стороны обычное образование плюс переподготовка кадров, вот по сути эти, ну, по-крупному эти три источника соединятся, и работая с коллегами, мы сможем подбирать для, ну, начальной работы, ну, естественно, если более высокая подготовка и переподготовка, то уже и в рамках управленческих кадров для школы, и не только для школы, но и для средних специальных учебных заведений, детских садов. Отлично. Это реально. А второе что? Мы хотим разработать для участников вот этого кадрового резерва образовательную программу. Продолжение, собственно, вашего предложения. Ну, так что надеюсь, что все будет реализовано. Тем более, что все в этом заинтересованы. Вам спасибо большое за идею. Удачи вам. Спасибо. Мы, кстати говоря, с Сергеем Сергеевичем Кравцовым уже активно в этом направлении двигаемся, поэтому продолжим эту работу. Спасибо большое за поддержку, спасибо за предложение. Но, Владимир Владимирович, вы не раз говорили, что образование должно быть, с одной стороны, базироваться на традиционных
ценностях, на том опыте, который есть, огромном опыте, который есть у нашей страны, но, с другой стороны, и внедрять какие-то новые подходы. И вот я хотел передать слово нашей следующей участнице, Анне Козловой. Вы поддержали, и члены наблюдательного совета поддержали на прошлом заседании конкурс для разработчиков игр компьютерных, и мы запустили этот конкурс в этом году, получили 80 тысяч заявок, и среди участников есть и опытные, и совсем только начинающие, те, кто только хочет себя попробовать. Ну вот Анна у нас одна из победительниц, она лучше расскажет, победительница прошлого сезона, и сейчас помогает нам делать этот конкурс. Добрый день, Владимир Владимирович, коллеги. На прошлогоднем НАП-совете самый юный программист России Саша Кравченко предложил создать масштабный конкурс для любителей видеоигр. Вы поддержали эту инициативу, и благодаря этому я нахожусь здесь. Меня зовут Анна Козлова, я писатель, разработчик видеоигр, заместитель руководителя компании «Игропром», а также комитета по поддержке разработчиков видеоигр и интерактивных развлечений при Московской ассоциации предпринимателей. Почему именно игры? Я увлеклась видеоиграми лет в 10. Проходила квесты, развивающие логическое мышление, изучала сюжетные игры, которые прививали правильные моральные ценности. Современные видеоигры — это не стрелялки, кто-то до сих пор может считать. Это произведения на стыке высоких технологий, искусства и образования. Они помогают развиваться, помогают получать новые знания, могут помогать людям с ограниченными возможностями адаптироваться в реальности. Кстати, я даже с мужем познакомилась благодаря играм, а наш сын научился бегло читать в 5 лет во время прохождения правильных игр. Я сама из Волгограда, город-миллионник. Но наша семья переехала в небольшой поселок Тверской области на 3000 жителей. И именно там я нашла вдохновение. Мне с детства хотелось создать свою игру, и я взялась за реализацию этой мечты. В этом мне очень помог конкурс «Начни игру», куда я смогла попасть, познакомилась с топовыми экспертами индустрии, прошла финал и стала амбассадором проекта. Вместе с «Начни игру» мы путешествуем по городам России, обучаемся в IT-сфере и стремимся создавать те самые игры нашей мечты. Я смогла собрать команду, мы выпустили демо нашей игры, и вот прожив вот этот опыт, мне захотелось помогать таким же начинающим разработчикам. Я присоединилась к команде «Игропром», мы создали комитет по поддержке разработчиков, и буквально несколько дней назад пришли результаты отбора на грант президентского фонда культурных инициатив, где мы смогли выиграть более 9 миллионов рублей на проведение фестиваля в Москве. Фестиваль направлен на поддержку отечественных разработчиков и на замещение аналогов, ушедших из страны. Теперь я точно знаю, что все возможно. Можно проживать в небольшом поселке, разрабатывать игры, организовывать фестивали и просто профессионально расти вместе с коллегами. А такая платформа, как «Россия – страна возможностей», дает невероятные возможности для каждого. Поэтому у меня предложение. Мне бы хотелось, чтобы второй сезон конкурса «Начни игру» прошел бы в рамках международного турнира «Игр будущего» в Казани в феврале в следующем году. Такое объединение позволит больше рассказать об отечественном геймдеве и поддержать те проекты, которые поддерживает конкурс «Начни игру» платформы «Россия – страна возможностей». Спасибо. Я с вами полностью согласен. Игра, то, чем вы занимаетесь, это не игрушечное дело. Во-первых, это колоссальный бизнес, мы знаем, это просто многомиллиардный. Да? Но и что самое важное, действительно самое важное, это не деньги, это то, что, как вы верно отметили, это должно быть на стыке искусства и образования. Игра должна помогать человеку развиваться, помогать найти себя, должна помогать воспитывать человека и в рамках общечеловеческих ценностей, и в рамках патриотизма, тоже в хорошем смысле слова, не квасного, а такого широкого, с гуманитарной точки зрения основательного. А вот что касается игр будущего, то один из авторов у нас здесь присутствует, этой идеи. То есть она, эта идея-то витает давно, но не везде получалось, даже, можно сказать, нигде пока не получилось. Но я думаю, что под руководством Дмитрия Николаевича Чернышенко у нас получится. Дмитрий Николаевич, мне кажется, идея хорошая. Владимир Владимирович, идея прекрасная. Тем более, что мы понимаем, что индустрия игровая сегодня активно развивается. Она действительно обогнала уже индустрию кино и музыки. У нас, по данным ВЦИОМ, каждый четвертый россиянин регулярно играет в видеоигры. Это 23% наших граждан. И, конечно, вопрос, в какие игры мы играем.
К сожалению, российских движков, на которых мы могли бы платформу создавать наши игры, пока нет. Но по поручению Михаила Владимировича мы в рамках импортозамещения программного обеспечения создали индустриальный центр компетенции. Его как раз возглавляют коллеги из ВКонтакте. И они обеспечивают создание вот этого движка, на котором такие вот ребята, как Анна, могут создавать российские игры, где правильно показана история, правильная идеология, ценности, все, о чем вы говорите. И, конечно, я приветствую их стремление, инициативу, чтобы включить это движение «Начни игру» в первые игры будущего, которые по вашему поручению, по вашему указу, впервые в феврале следующего года пройдут в Казани, с тем, чтобы мы обучали играм, нашим играм, спортсменов всей страны, и чтобы они не только в компьютере сидели, но еще и были гармонично развиты и активно занимались реальным спортом. Аня, принимается, будем спасибо большое. Работать. Спасибо. Платформа наша началась с конкурса «Лидеры России», и там вот действительно десятки тысяч людей, чья судьба очень сильно изменилась. И у нас сегодня присутствует Илья Штокман, один из победителей второго сезона. И после конкурса у Ильи жизнь изменилась невероятно. Он стал первым заместителем мэра Нижнего Новгорода, но дальше продолжил свою жизнь менять сам, свою судьбу. Я думаю, что Илья лучше расскажет об этом самостоятельно. Пожалуйста, Илья. Да, добрый день. Ну, сначала у меня была вообще типовая история. То есть школа, занятия борьбой, университет. Закончил факультет вычислительной математики и кибернетики. Пошел работать. Тут 98-й год, кризис. Решили с женой уехать из страны. Уехали. За границей прошел путь от грузчика на пекарне до руководителя проекта в крупной IT-компании. Грузчика где? На пекарне. Пекарня – это неплохо, не самое последнее место. Да? Вот. Я когда студентом был, подрабатывал, какие-то мешки грузили на железнодорожной станции. Но мне это занятие не очень понравилось, честно. Нет, мы подносы из печки доставали. Вот. Компания использовала все лучшее, что было в тот момент в управлении проектами, плюс вообще в управлении. Поэтому повезло, что смог пропустить это понятие все через себя. 2004 год. Решил вернуться назад и вместе с отцом строить семейный бизнес. Так из IT я попал в производство, в котором в той или иной ипостаси поработал 15 лет. Меня часто спрашивали, зачем я вернулся. Я всегда говорил, что я хочу жить в стране, в которой хочется жить. И все, что я делал и делаю, я делаю именно для этого. Потихоньку бизнес был выстроен, процессы отлажены. Но в 40 лет идти на пенсию, наверное, все-таки рано. Тут началась новая история. История лидеров России. Конкурса, где можно сравнить себя с другими управленцами. Конкурса, который действительно изменил всю мою жизнь. Я не прошел финал первого сезона. Подумал, что, наверное, есть те, кто лучше и сильнее, чем я. И сделал первый шаг. Я пошел учиться. Потом была победа во втором сезоне. Еще одна учеба. Тут мэром Нижнего Новгорода назначают человека, который тоже победил в конкурсе лидеров России. Мы с ним там и познакомились. И он предложил мне пойти работать в администрацию. Даже не предложил, он дал мне вызов. Он сказал, ну вот ты часто говоришь, что нужно сделать то или другое, или почему они этого не видят, так пойди и сделай. Я принял этот вызов. Так я оказался в администрации Нижнего Новгорода первым замом главы. В мой блок входили IT, экономика, туризм, предпринимательство, крупные проекты. Мы многое сделали за эти два года. К нам в команду пришли еще финалисты и победители конкурса. У нас сейчас там 5 человек. Мы начали менять философию. Мы стали настраивать людей на результаты и отказываться от слов «так исторически сложилось». Провели 800-летие. Начали цифровую трансформацию города, управление на основе данных. Свели весь зоопарк информационных систем в единую платформу муниципального управления. Было много идей и планов. Но тут объявили мобилизацию. В субботу сидел на даче на скамейке, посмотрел вокруг, посмотрел на сына, который занимался какими-то своими, наверное, очень важными делами, и понял, что все, что происходит здесь, конечно, это нужно и важно, но наше будущее, будущее страны сейчас решается там, на юге. Страна очень много времени делала что-то для нас, и тут в кои-то веки она попросила сделать что-то для нее. В понедельник я отказался от брони, во вторник ушел в армию. И вот уже 9 месяцев мы находимся в ЛНР.
Я бы хотел, наверное, просто пожелать вам сил и здоровья, чтобы продолжать то, что вы делаете. Ведь тогда мы все будем жить в стране, в которой хочется жить. Все. Вот такая история. Илья, это удивительная история. Просто удивительная, которую вы сейчас рассказали. Вот, знаете, в ней, как в каждом из нас, наверное, но в вашей судьбе какая-то часть истории страны отражается. Это поиск, извините, поиск страной своего места в жизни. И у вас то же самое. И в конце концов вы действительно пришли к самому главному. В этом поиске. Самое главное – это посвящение себя этой стране. И в конечном итоге в этом есть борьба за будущее наших детей и вашего ребенка, о котором вы сейчас упомянули. Ему сколько лет, кстати? Младшему 9. Понимаете, вот вы старшим? Старший 23. Ну, понимаете, вот вы с двумя детьми, а маленькому вообще 3 годика, приняли для себя такое решение. Уйти на линию фронта. И имея еще такую перспективу карьерного роста с позиции заместителя мэра одного из крупнейших городов страны. Удивительно. Вот, я вас хочу за это поблагодарить, пожелать вам всего самого доброго, успехов вашим сослуживцам. Знаю, как им непросто приходится на отдельных участках. Да и вообще в целом это непросто. Это тяжелейшая работа и днем, и ночью в условиях угрозы жизни и здоровья. Постоянной. Это непростая история. Вот. Поэтому я желаю вам успехов, первое. Второе, надеюсь, что, получив и этот жизненный опыт, вы вернетесь и в мирную жизнь, выполнив свои задачи там, где вы сейчас находитесь и где вы действительно очень нужны, и продолжите эту свою карьеру по жизни в самом широком смысле этого слова. Вот. Здесь первый заместитель руководителя администрации присутствует, Сергей Владимирович Кириенко. Он там в зоне своего часто бывает лично. Вот. Но я сейчас прошу его именно как замруководителя администрации обращать внимание на таких людей, имея в виду перспективы их карьерного роста в интересах страны. И не только в вооруженных силах, но и на гражданке. Удачи вам. Спасибо. Владимир Владимирович, с вашего разрешения передам слово еще одному финалисту. Да. Кстати говоря, я так понимаю, что крупнейшее газовое месторождение на севере страны Штокман. К сожалению, не имею к нему отношения. Не вашим именем названо. Но уверен, что и улицы, и города, и парки, и школы будут называться именами ваших сослуживцев. Позвольте передать слово еще одному финалисту второго сезона конкурса «Лидера России» Виталию Хаценко. Виталий, как и многие другие наши выпускники, из первых сказал, что он готов к любым вызовам и был назначен председателем правительства Донецкой Народной Республики. Ну, а сейчас по вашему решению исполняет обязанности губернатора Омской области. Виталий, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, товарищи. Владимир Владимирович, для меня тоже конкурс «Лидер России», конечно, знаю не понаслышке, сам принимал в нем участие во втором сезоне, 2018-2019 год. Очень кардинально поменял мою жизнь. Когда заходил в него, не думал, что настолько перемены будут кардинальные. Тогда работал на Ставрополе, еще был министром промышленности в региональном правительстве. Мотив
Хотелось проверить свои практические навыки управленческие и теоретические. Там много заданий по этапам идет, в которых приходится решать разные задачи. Ну и, конечно, принять тех инициативах, которые руководством страны вами запущены. Лидеры России считают, что это тот базовый конкурс, который его нужно продолжать и в регионах запускать отдельные кадры конкурса, об этом тоже скажу. Для меня это был очень полезный опыт, он мне дальше пригодился и в Минпромторге России, и работая на позиции председателя правительства Донецкой Народной Республики, еще когда регион не вошел в состав Российской Федерации. Там, на Донбассе, снова свела жизнь со многими лидерами России, не только того сезона, второго, в котором я участвовал, но и других сезонов. Могу сказать, что ребята очень чуткие, очень небезразличные. Сегодня многие участвуют в восстановлении городов, сел, не только в Донецке, но и во всех республиках, областях, в наших регионах. Новых гуманитарные грузы привозят. Многие помогают по своей специализации. Мои товарищи и друзья, вот Луцкан Иван, главный врач офтальмологической клиники в Якутии, уже там 6 раз был на Донбассе, не только в городе Кировское, который Якутия курирует, но и помогает всей Донецкой Народной Республике. Уже больше 1000 операций сделали, людям помогли восстановить зрение. Многие работают на управленческих позициях, из многих регионов страны приехали и начали работать. Там пример, в Донецке я еще работал, Трофимов Олег, он пришел замминистра образования, сегодня уже первый заместитель министра образования и науки там. Многое получается, конечно, благодаря и регионам, шефам, администрации президента, правительству, все на результат работают. Работая в Омской области, могу сказать, что также столкнулся с ребятами, с лидерами России, они также работают у нас во всех направлениях. Очень активные мячи по участию в конкурсе с Алексеем Геннадьевичем. Цифры сверяли, у нас более 7 тысяч мячей в пяти конкурсах уже приняли участие, 4 победителя. Еще 11 финалистов, и я встретил своего товарища в Омске, Дерябина Сашу Александра, он сегодня, у него бизнес небольшой, опору России региональную возглавляет, и он пригласил быть своим советником по предложению, чтобы, собирал от малого среднего предпринимательства. Он согласился, сегодня работаем вместе в команде на развитие нашего сибирского региона. В целом могу сказать, что мячи участвуют у нас не только в лидерах России, а по сути во всех проектах, которые президентская платформа «Страна возможностей» «Россия – страна возможностей» предлагает. Идем дальше, Владимир Владимирович. Вы поддержали на Донбассе, не только в ДНР, но и во всех регионах, конкурс «Лидеры возрождения» региональный, потому что, на самом деле, «Лидеры России» – это большой конкурс федерального масштаба. Очень важны региональные конкурсы, потому что не хватает, дефицит кадров не только у нас в отраслях экономики, но и в управленческих. На управленческих позициях существенный и в региональных органах власти, и в местных. Он сегодня достойно идет, я так понимаю, до сентября будет финал проведен. Здесь сегодня, приехав в Омск, посмотрел, у нас никогда не проводилось региональных конкурсов, но вижу, дефицит кадров существенный. А желание у людей работать есть, а мячи очень активны. Обратился к Сергею Владимировичу Кириенко, попросил методическую, организационную поддержку, потому что нужны навыки, чтобы провести качественный конкурс. Поэтому, если поддержите, мы проведем, оказывается, не только первый в Омске, но и в Сибири первый региональный кадровый конкурс. Очень хотим это сделать, есть запрос молодежи. Если идти дальше, то в этом году и в «Лидерах России», если вернуться к конкурсу федеральному, у нас появляется региональный этап. Он на следующей неделе уже начинает стартовать во всех субъектах. Отрадно, что он проходит в регионах. Главы субъектов, управленческие команды ставят задачу командам, и ребята будут решать конкретные прикладные задачи, давать свои предложения. Мы тоже свою задачу направили уже в страну, в Россию, в страну возможностей. Очень надеемся, что будут дельные и правильные решения, которые мы потом возьмем в работу, и вместе с ребятами, кто и будет предлагать, будем двигаться. Вот этот четвертьфинал мы проведем, я обязательно с каждым встречусь, обязательно предложу работу, кто захочет в органах власти, в органах местного управления, обязательно включим в кадровый резерв. Считаю, что все мои коллеги, главы регионов, управленческие команды также отнесутся очень активно. И те идеи, которые ребята предложат в рамках регионального этапа конкурса, это новелла,
абсолютно точно будут востребованы и станут началом масштабных и больших преобразований наших регионов и нашей страны. Спасибо, Владимир Владимирович. Мне здесь комментировать нечего, хочу пожелать успехов, но хотел бы вот что сказать. Пример Виталия Павловича. Виталий Павлович, да? Вот все-таки говорит о том, что мы стараемся и будем так делать дальше, а именно будем стараться помогать людям, которые положительно и результативно поработали на важнейших направлениях, помогать им двигаться дальше, расширять свои возможности и получать участки работы с большей ответственностью. Удачи вам. Спасибо, Владимир Владимирович. Говорили, у нас много людей, чья жизнь изменилась благодаря платформе, но кто-то ее, опять же, начал менять раньше. Я хотел передать слово необычной участнице Кристель Ниан. Кристель, это имя, Ниан, фамилия. Кристель из Франции, но еще в 2016 году переехала в ДНР, а недавно поучаствовала в нашем проекте «Мастерская новых медиа», который реализуется в мастерской управлении «Сенеж». Ну, я думаю, что Кристель лучше сама про себя расскажет. Интересная судьба, интересная история. Да, здравствуйте всем, здравствуйте, Владимир Владимирович. Ну, как сказала, 7 лет назад решила приехать на Донбасс, работать военкором, чтобы передать правду, чтобы голос народа Донбасса может идти до французскоязычной аудитории. Сначала я работала в международном агентстве «Данай», которое было в Донецке. К сожалению, в 2018 году это агентство закрылось. Я решила, что не нужно какой платформы, чтобы публиковать свои статьи, свои видео. Я создала свой веб-сайт, называется «Донбасс Инсайдер». Но пока я работала в Донае, у нас была вообще полная команда. А сейчас я почти одна, чтобы все делать, и я видела, что эффективность не такая. Я не одна в такой ситуации. Почти все западных журналистов, которые говорят правду, несмотря за риски и угрозы, это все независимые журналисты, которые работают каждый по себе. И я видела, что это не самый эффективный вариант. Все мы строили хорошую репутацию, а факт, что мы говорим правду постоянно, так что наши аудитории, у них есть очень крепкое отношение с нами, они знают, что если они читают наши статьи или смотрят репортаж, что мы говорим это правду, что не будет никакая пропаганда. Мы работаем иногда с друг другом на маленькие проекты, но это пунктуально. Это уже давно я думала, что нам нужно соединить все этих западных журналистов вместе в одной команде, чтобы у нас больше эффективности. Вот, в прошлом году я была в мастерской новых медиа. Там вот я научила, как создать проект, как создать команду эффективно, как готовить презентацию. И ребята там, и ребята из «Россия – страна возможностей» очень сильно поддержали мой проект и мне помогли готовить все эти презентации. Если вы поддержите этот проект, мы будем продолжать работать вместе с мастерской новых медиа и ребята из «Россия – страна возможностей», чтобы соединить все этих журналистов в одной команде, чтобы все эти ребята, которые сейчас как просто одичные пальцы, будут в один кулак, который будет эффективнее, чтобы воевать западную пропаганду, потому что все эти журналисты из Запада, и мы знаем, как работает западную пропаганду и как эффективно ее воевать. Спасибо за внимание. Кристель, да? Кристель, вы знаете, такие люди, как вы, встречаются, но редко. Из 8 миллиардов, более чем 8 миллиардов человек на планете, все-таки редко такие люди встречаются, как вы. Спасибо. Которые вот так вот в состоянии вырвать себя из
привычной, комфортной среды и, следуя своим внутренним убеждениям, подвергая себя опасности, работать, жить и подтверждать своей жизнью правильность своих убеждений. Это все-таки редкий случай. Вот. Я, конечно, желаю вам всяческих успехов, и мы сделаем все, чтобы ваш проект поддержать. Вы сказали, что мы говорим правду постоянно. Ну, наверное, это самое острое оружие против лжи и пропитанной этой лжью пропаганды. Это почему они нас боятся очень сильно и попробуют нас дискредитировать регулярно. Да, я думаю, что так и есть. Именно поэтому везде закрывают, по сути, единственный наш информационный ресурс, направленный на западную аудиторию, это Russia Today. Да. Везде закрывают, препятствия чинят, боятся правды, в том числе со стороны тех ваших коллег, которые из западных стран, которые работают на Russia Today. Кстати говоря, я вот попрошу коллег из медийного сообщества, чтобы помогли вам расширить возможности, в том числе и Russia Today, и «Спутник». Russia Today, по-моему, вещает на 6 языках, в том числе на французском. Да. А «Спутник», по-моему, на 30 с лишним языках. Там что-то вот такой масштаб. Ну, а ваш проект, конечно, мы поддержим с удовольствием. Спасибо. Да. Вам спасибо большое. Не за что. Просто хочу пожелать вам всяческих успехов. Потому что, во-первых, у нас очень много друзей в европейских странах, в том числе во Франции. Да. Я это знаю лично. Я знаю, что люди думают так же, как и мы. Им просто не дают, стараются не давать возможность думать. За них думают другие и навязывают им свои стереотипы поведения. Ну да, мы сделали недавно анализы пропаганды во Франции с коллегой Лоран Брояр, который я хочу в команде, и мы были в шоке. Мы сделали анализы статьи несколько газет и СМИ во Франции, и мы видели, это реально огромная машина пропаганды, где они повторяют постоянно то же самое слово, схемы, идеи. И это реально, ну, что мы видели в Геббельс просто. Да. Вот вы знаете, что боевые действия на Донбассе начались не на феврале 2022 года, а гораздо раньше, в 2014, в 2015. А вы в каком году приехали туда? Я в 2016 году, в начале 2016 года. Да, вы уже видели, что боевые действия шли. Да. Война уже началась. Вот. Но вот те люди, которые понимают это в европейских странах, да и в Соединенных Штатах, они не хотят такого развития событий, безусловно. Но так называемые правящие элиты, на мой взгляд, они узурпировали и злоупотребили своим положением и своей монополией на власть. А вот такие люди, как вы, на мой взгляд, выполняете очень важную задачу. И не в интересах только Донбасса, а в интересах своей страны. Потому что пытаетесь показать, что политика, которую проводят правящие элиты этих стран, ошибочна. Ну, и наносит ущерб собственному народу. Вам спасибо большое. Постараемся все сделать, чтобы вас поддержать. Спасибо вам. Продолжая тему наших новых регионов и участников проектов, которые проявляют такую мобильность и готовность к новым вызовам, хотел передать слово Ивану Сафронову. Иван из Тамбовской области переехал в Херсонскую, выполняет сейчас там важные задачи. Думаю, расскажет сам. Иван, вам слово. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Добрый день, уважаемые коллеги. Я действительно из самого экологичного региона страны, Тамбовской области. Начал свою карьеру как преподаватель университета, защитил диссертацию по информационным технологиям. Был приглашен в высший орган исполнительной власти, администрацию Тамбовской области, где занимался
разработкой механизмов государственной поддержки и улучшением инвестиционного климата. Всем сейчас известны такие центры поддержки предпринимательства, как Центр «Мой бизнес». Моя команда в 2017-2018 году разработала такой проект, как «Деловое пространство и геометрия бизнеса», который, я помню, презентовал Максиму Станиславовичу Орешкину в 2018 году, надеюсь, он помнит. И фактически это стал таким прообразом таких проектов по всей стране. Помимо этого, по предложению губернатора, возглавлял управление по развитию промышленности и торговли Тамбовской области. И, как вы говорите, действительно, наверное, думал о том, что достиг результата. Но конкурс «Лидер России» действительно сменил мое мышление. С одной стороны, я себя попробовал, а с другой стороны, перерос себя. И согласиться на должность в новых регионах, в непростой оперативной обстановке, действительно для меня сейчас возможность все наработанные компетенции применить. Близкие меня поддержали, тем более хотелось, конечно, быть еще и примером для своих детей, которых у меня уже трое. Я прошел федеральную практику Минпромторга Российской Федерации, прошел согласование с руководством региона и действительно занял должность министра промышленности и торговли Херсонской области. Владимир Владимирович, 3 недели назад вы участвовали в мероприятии, где участвовали и выпускники кадрового резерва. Так вот, один из выпускников, мой руководитель Семен Алексеевич Машкоуцан, он стал мне не только руководителем, но и наставником. Мы сейчас с ним формируем команду, активно привлекаем ребят из конкурса «Лидеры России». У нас есть уже успешный опыт. Вновь созданный фонд развития промышленности Херсонской области возглавил суперфиналист первого сезона. Ну, в Херсонской области я уже 4-й месяц. Главная наша задача – это, конечно, запуск предприятий, которые находились в простое, привлечение инвесторов и оказание мер государственной поддержки для промышленных предприятий, которые в новых регионах практически никогда не получали. Помимо этого, мы активно развиваем торговую инфраструктуру. В этом году реализовали проект «Социальный хлеб», суть которого заключается в включении в номенклатуру товаропроизводителей хлеба не дороже 18 рублей. В Херсонской области хлеб очень вкусный. В этом убедился недавно Денис Валентинович Мантров, который к нам приезжал. С платформой «Лидер России» мы очень активно взаимодействуем. И хотелось бы предложить открыть у нас представительство в Херсонской области именно с кадровым таким подразделением. Это бы позволило сформировать такие межотраслевые команды, которые бы ускорили процесс интеграции, упростили бы интеграции в новых регионах. А жителям региона действительно почувствовать, что они живут в большой, единой и великой стране. Благодарю. Думаю, так и надо сделать. Я только рад буду это поддержать, хорошее дело. Но на что хотел бы обратить внимание, на что я обратил внимание, и, надеюсь, коллеги, здесь собравшиеся тоже, вы сказали, что приняли для себя решение и работаете теперь в непростой оперативной обстановке. Совершенно гражданский человек, преподаватель, выражается абсолютно по-военному. И я думаю, что это не свидетельство какой-то милитаризации сознания, а наоборот, осознание остроты ситуации, в которой мы находимся и живем, и работаем. И я думаю, что вот это осознание этой остроты, безусловно, будет способствовать и повышению эффективности и качества вашей работы. А мы со своей стороны, безусловно, поддерживаем. Спасибо. Благодарю вас. Сегодня уже несколько раз звучала мастерская управления «Сениш». Это образовательный центр нашей платформы, который в 2019 году открылся, начал свою работу. И с нами сегодня Андрей Анатольевич Бетин, ректор мастерской управления «Сениш». Хочу просить Андрея рассказать про то, что сделано и какие планы. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены наблюдательного совета, представлюсь, Андрей Бетин. В команде РСВ присоединился с февраля текущего года. До этого в детстве и юности 10 лет профессионального спорта, потом более 15 лет в бизнесе, дальше следующий этап 10 лет в государственных компаниях и на государственной службе. А каким спортом вы занимаетесь? Плаванием.
В 2019 году так получилась ситуация, что я попал в Сенеж. Это было первое мое попадание в Сенеж. Я учился в той самой школе губернаторов. И вот в этот момент я понял, что что-то произошло в моей жизни очень крутое. Получил новый навык, опыт, знания, людей, друзей. Колоссальный личностный рост. Я думаю, что благодаря этому удалось много сделать, уже озвучиваясь там здесь, на Нижегородской земле. Знаете, это как жил на тихой реке и вдруг попал в открытый океан. Учеба в Сенеже – это история про то, что социальные лифты работают. Примеров тому много. Благодаря оказанному доверию я был назначен на должность ректора мастерской. Вы знаете, впервые в жизни я осознал, что появилось не только любимое дело, но цель далеко за горизонтом жизни. Очень хочется, чтобы Сенеж прожил больше 100 лет и стал одним из ведущих центров подготовки управленцев во всем мире. Миссия Сенежа – делать сильных людей России еще сильнее. Служить тем, кто служит России. Сенеж абсолютно не случайно называется не академией, институтом или университетом, а именно мастерской. Очень важно, что у нас преподают признанные мастера реальной практики, совершенно из разных сфер. Из бизнеса, госуправления, из культуры, спорта. Готовят преемников и, что самое важное, соавторов. Мастер, ученик, звенья одной цепи. Считаем, что крайне важно, чтобы эта цепочка опыта не прерывалась веками. С 2019 года мы подготовили и внедрили 176 образовательных программ. Более 60 тысяч человек обучили. Две трети из них – молодые лица, молодые ребята. Владимир Владимирович, благодаря вашей поддержке в России создана ценная образовательная система подготовки молодежи. Это три федеральных центра, как мы их называем, три брата большой семьи, решают конкретные задачи. Центр знания МАШУК учит тех, кто учит, отвечает за дополнительную подготовку кадров в системе образования и воспитания. Крым, арт-кластер Таврида, сеет доброе, вечное ради страны и искусства. Работает с творческой молодежью, учит создавать наш суверенный культурный контекст. Ну и мастерское управление Сенеж. Мы развиваем национальный актив страны, лидеров, которые готовы отвечать на вызовы времени сегодня и сейчас, и к тому же открывать новые возможности. Все три центра – МАШУК, Сенеж, Таврида – работают в полном содействии на благо России. Один из примеров нашей совместной работы – это главный форум молодежи «Территория смыслов». Уже совсем скоро, 26 июля, откроет свои двери в рамках нового кампуса. Уважаемые члены наблюдательного совета, предлагаю поддержать приоритеты направления работы Сенежа до 2025 года. Наши комплексные программы направлены на подготовку специалистов в государственной и муниципальной сфере, в предприятиях и организациях, и, что, конечно, очень важно, в общественной сфере. Это особо актуально в здравоохранении и социальной защите, в культуре, спорте и образовании. Планируем то, что сегодня уже говорилось неоднократно, серьезно масштабировать нашу программу, которую мы ведем 5 лет, наставничество, и провести эту работу вместе с РАНХИКСом и с Центром знания МАШУ. Стало отчетливо понятно, что вот такие программы нужно распространять по всей стране и не быть только одними их монополистами. Готовить на базе Сенежа сообщество медиаспециалистов, обеспечивающих информационный суверенитет России. Сегодня мы уже слышали Кристель, да, и она училась в нашей такой программе, мастерская новых медиа, еще раз подтверждает, что таких людей, в простом языке сказать, блогеров, которые любят, ценят нашу страну и готовы защищать ее в информационном поле. Владимир Владимирович, в этом году запускаем новый кампус мастерского управления. Всего лишь 70 километров от центра Москвы, на площади 85 гектаров, в живописном месте на берегу озера Сенеж скоро появятся новые современные классные аудитории. К тому же 4 гостиничных корпуса на 500 номеров. Мы сможем одновременно обучать порядка 1500 человек, чтобы понять, что сегодня это в 4 раза больше. Но стены нового кампуса не главное совсем. И это понимает вся команда. Главное то, какую жизнь, ценности, смыслы мы сможем вдохнуть в эти стены. Есть у нашей большой команды мечта, чтобы вы, Владимир Владимирович, День знаний в этом году провели в Сенеже. Позвольте вас пригласить в новый кампус мастерского управления 1 сентября. Спасибо. Большое спасибо. Обязательно буду иметь в виду ваше приглашение, и мне хочется у вас побывать. Тем более, что Сенеж, я так понимаю, стал работать на постоянной основе, круглогодично. И это очень важно, потому что создает возможность для ритмичной работы.
Вы сами все сказали, уже мне добавить нечего. Значит, сказали, что это не называется академией, там, университетом, а называется мастерской. Но вы все-таки не мастер, а ректор. Да. Ну, наши педагоги, практики, мы вот считаем, что они все-таки мастера настоящие. Из поколения в поколение передают свои управленческие навыки. Да, я нисколько не сомневаюсь, потому что хотел обратить внимание на ключевую вещь, о которой вы тоже упомянули. Главное, что работа идет на благо России. Вот это принципиальный вопрос, самый важный. Поэтому, по большому счету, и не важно, как это называется, важно, что делается, важны смыслы того, что вы там делаете. А вот вы упомянули и про наставничество, и про текущую работу. Спасибо за приглашение. Желаю вам успехов и постараюсь тоже побывать. Спасибо, Владимир Владимирович. Одна из важнейших отраслей сейчас в мире и в нашей стране – это информационные технологии. Я слышал, что у вас сегодня будет заседание с правительством Российской Федерации, где вы в том числе про искусственный интеллект планируете говорить. И у нас есть на платформе проект, который называется «Цифровой прорыв. Сезон искусственный интеллект», где участники решают реальные, очень непростые зачастую задачи с помощью искусственного интеллекта, задачи, которые ставят перед ними и органы государственной власти, и бизнес, и компании, крупные и некрупные. У нас есть сегодня один из победителей, Егор Сечинский. Егор, кстати говоря, несмотря на юный возраст, победитель нескольких проектов платформы «Россия – страна возможностей», и еще и, если я не путаю, 18 лет свою компанию открыл. Так что вот такие у нас участники. Но я думаю, что Егор лучше про себя расскажет сам. Да, добрый день, коллеги. Меня зовут Егор Сечинский, мне 21 год, и я основатель IT-компании Ninsar. Мы уже 3 года помогаем нашему российскому бизнесу внедрять цифровые технологии. И сейчас начали, кстати, разработку над собственным проектом, игрой «Сатурн» про инженеров, ученых в России будущего. Но вообще я свой путь начинал еще в школе, когда принял участие в Национальной технологической олимпиаде по профилю разработка компьютерной виртуальной реальности. Именно там, на финале, я понял, что я могу своими руками что-то создавать. И у меня для этого есть все – навыки, возможности и условия. А потом я узнал про платформу «Россия – страна возможностей» и начал участвовать активно в их мероприятиях. Там я нашел такое количество талантливых и классных ребят, которые стали моими друзьями, что невозможно себе вообразить. А также там были взрослые, которые меня поддерживали, говорили то, чем я занимаюсь, это очень важно и правильно. Но основной мой прорыв, как ни странно, произошел на цифровом прорыве. Там я смог собрать свою команду, мы решили задачу от бизнеса, и победили. А после этого вышли на рынок и начали решать уже задачи других компаний. Сейчас в нашей компании трудится более 30 человек. А мы реализовали за это время более 50 проектов. У нас сейчас работают 3 цифровых искусственных сервисов на основе искусственного интеллекта. И 3 года назад я бы не поверил, что я буду руководить такой компанией. Но в России это возможно, и молодым дают дорогу. И это так. Я, кстати, не зря сказал про искусственный интеллект, он нам действительно сейчас помогает, и он никак не отбирает задачи и работу у наших специалистов. С помощью него наши ребята могут больше времени уделять каким-то классным задачам, не заниматься рутиной, и искусственный интеллект им помогает вдохновляться. И вот, например, в нашем проекте для национальной киберфизической платформы «Берлога» — это платформа, на которой будут игры, которые будут обучать детей программированию. Искусственный интеллект очень хорошо помогает нашим специалистам. И мне кажется, все страшилки про то, что искусственный интеллект заменит нас, это все такие страшные байки. Нам нужно поддерживать искусственный интеллект. И я вот знаю, что у Германа Оскаровича в компании Сбер проводится Сбер AI Journey. И также на платформе есть цифровой прорыв искусственный интеллект. И кажется, было бы интересно попробовать объединить эти 2 мероприятия и провести международный трек совместно. Это позволит объединить теоретиков, которые есть в Сбер AI Journey, и практиков, которые есть в цифровом прорыве. Так что я думаю, что это такое мое небольшое предложение. Герман, искусственный интеллект вас заменит на посту председателя Сбера? Владимирович, надеюсь, не при моей жизни, но все к этому идет. Вы видите, с такими людьми прогресс невозможен.
все будет теперь тормозить. Идея интересная. Мы отработаем. На самом деле здесь важно действительно объединять усилия. Я думаю, что вместе можем больше сделать. Спасибо большое за идею. Мы недавно проводили мероприятие. Действительно, Сбер проводит большую работу уже давно, уже на протяжении многих лет, да? Сколько? Уже год, лет 5, наверное, как минимум. 5 лет проводим и Джорни, вообще уже примерно 12-13 лет мы очень много инвестируем. Да, да. И инвестировали немало. Можно назвать эту цифру? Скажите. Мы каждый год мы инвестируем примерно сумму, равную миллиарду долларов, в технологии искусственного интеллекта. И примерно получаем обратно примерно от искусственного интеллекта в год примерно 3 миллиарда долларов. Масштаб серьезный. Поэтому все усилия, которые направлены на достижение конкретных целей, поэтому направления, они, конечно, должны быть поддержаны. И уверен, что Герман Оскарович тоже поддержит. Спасибо большое. Угу. За этим будущее. Мы прекрасно отдаем себе в этом отчет. За этим абсолютное будущее. Это по степени важности для страны, для любой страны, не менее значимо, чем в свое время атомный или ракетный проект Советского Союза, который в середине 40-х и 50-х годов осуществлялся. Так что, Герман Оскарович, обратите внимание, пожалуйста. Ладно? У нас уже время, как обычно, приближается к завершению нашей встречи. Я хотел еще одной участнице предоставить слово. У нас есть такой очень яркий, теплый, гостеприимный проект, который называется «Мастера гостеприимства». И одна из представительниц этого проекта, победителей и такого посла гостеприимства сегодня с нами, Анна Пивоварова. Анна, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, Владимир Владимирович, здравствуйте, уважаемые участники. Большой привет из Ростова-на-Дону. Я счастливая ростовчанка, ведущая, радиоведущая, победитель конкурса «Лучший гид России», мастера гостеприимства, посол гостеприимства Ростовской области. В конкурсе «Мастера гостеприимства» я от идеи до гимна. Когда-то в 2019 году меня пригласили на НАП-совет как лучшего гида России, где придумывался этот конкурс. Потом было 2 сезона, победа во втором. И недавно, в мае, в Перми проходил первый форум гостеприимства России, и там мне выпала честь исполнить гимн мастеров, который я сама написала, вдохновившись теми людьми, которые открывают нашу страну. Честно говоря, президентская платформа мои мечты точно исполняет. Я мечтала попасть на родину своей мамы в Нижегородскую область, и там прошел финал мастеров, где я и стала победителем. Мне очень хотелось поехать на Байкал, и в Иркутске проходил студенческий трек, куда меня пригласили уже экспертом. Я продолжаю мечтать, очень хочется на Алтай, на Дальний Восток. И хочется сказать, что моя жизнь точно изменилась после конкурса. Сейчас в телефонной книжке «Вся Россия». Сейчас меня приглашают выступать на разные площадки. Это школа экскурсоводов в Саранске, которую курирует присутствующий здесь мой коллега Александр Савичев из Сесерти. Это Центр знаний Машук, это Таврида. Я веду лекции в президентской академии. И хочу сказать, что сейчас мастера гостеприимства – это такая большая команда, большая семья профессионалов, которые под силу точно решать задачи по развитию внутреннего туризма. И если у губернаторов возникнут запросы, то команда мастеров точно готова выезжать в регионы и решать конкретные задачи. И еще хочу сказать, что человек, который любит историю страны, я себя считаю таким человеком, я очень люблю свой город, изучаю его историю, архитектуру, меня очень впечатляют биографии российского купечества. Вот уж социально ответственные предприниматели, которые не только капиталы зарабатывали в России, но и вкладывали в ту землю, которая их кормит. Я очень надеюсь, что будет появляться все больше Парамоновых, Третьяковых. Надеюсь, что вкладывать в свой регион, его историю станет нормой. Например, в Ростове-на-Дону больше 2000 дореволюционных построек, часть из которых точно нуждается в нашем внимании. И хочу еще в завершение сказать, что наша страна меня невероятно вдохновляет, но главное ее богатство – это, безусловно, люди. Люди, которые влюбляют, созидают, передают эту любовь новым поколениям. И таких людей мы видим не только сегодня здесь, участников нашей платформы, но их очень много, я встречаю их на разных событиях. Поэтому, Владимир Владимирович, выступаю с предложением учредить премию «Россия – страна возможностей», чтобы можно было поощрять
тех самых лучших из лучших, которые своими действиями, своими делами вдохновляют и ведут за собой. И еще предлагаю финал этой премии провести в следующем году в Сочи, где мы будем проявлять свое гостеприимство, где пройдет большое событие Всемирный фестиваль молодежи, и там провести финал этой премии. Благодарю за внимание. Всегда жду в Ростове-на-Дону. Спасибо большое. Надя, вы все-таки больше специалист в области гостеприимства, гид или радиоведущий? Основное это место вашей работы? Больше человек, который влюбляет в Ростов и в Ростовскую область. Хорошо, ладно. На этом я прекращу задавать наводящие вопросы. Хочу сказать только, что идея очень хорошая, и премия хорошая идея, но и совместить вот эту работу, как бы там ни назвать, это премия, там финал какого-то конкурса, совместить с тем, что сейчас у нас планируется в области молодежного международного движения в Сочи. Дмитрий Николаевич, хорошая идея. Безусловно, да, интегрируем в программу, Сергей Владимирович, в детали обсудим. Финал проведем в Сочи. Договорились, так и сделаем. Благодарю. Спасибо. Вам спасибо большое за то, что вы генерируете эти идеи. А реализация этих идей помогает нам двигаться вперед. Я сейчас имею в виду всех собравшихся. Я так понимаю, что у нашего ведущего список выступавших закончился, но если есть желание кому-то что-то сказать, сделать предложение, выступить. Вот сейчас жить, я прям зачитаю вот имена тех коллег, которые здесь тоже присутствуют, ребят, просто коротко, чтобы, может быть, вы обратите на кого-то внимание. Не хочет выпускать вожжи, рычаги управления. Да пускай люди руку поднимут просто. Хорошо. Пожалуйста, прошу вас. Здравствуйте, Владимир Владимирович, коллеги, единомышленники. Я приехал из малого города Сысерть, Свердловская область. Это то место, где родился известный на весь мир писатель Павел Петрович Бажов, автор сборника сказов «Малахитовая шкатулка». Я провожу экскурсии, пишу книги вместе с волонтерами, создаю музей на старом металлургическом заводе, преподаю в местном центре внешкольной работы краеведения и обучаю детей любить, ценить, уважать то место, где мы живем, нашу малую и большую родину. Мне удалось победить в всероссийском конкурсе «Мастера гостеприимства» и получить грант «Росмолодежь» и реализовать экскурсию с дополненной реальностью. И на моей экскурсии с помощью телефона можно увидеть механизмы, которые стояли на заводе столетия назад, и даже на фоне них сфотографироваться. Вот такое вот волшебство. А благодаря платформе «Россия – страна возможностей» исполнилась моя мечта. Это создание школы современного экскурсовода, и первые несколько десятков выпускников этой школы, которую действительно мы провели в Саранске вместе с Анной на полуфинале конкурса, работают по всей стране. И это очень полезно как начинающим, так и опытным специалистам. Рад, что меня пригласили в участие как эксперта-экскурсовода в программу «Больше, чем путешествие». И мероприятие, которое мы уже провели, направлено на разработку современных экскурсий для молодежи. Но стоит отметить, что идея создания программы была презентована вам на наблюдательном совете в 2021 году моим коллегой, мастером гостеприимства из Иркутска Анатолием Казакевичем. И еще для меня одной возможностью стало участие в новом проекте, который называется «Лига экскурсоводов», который недавно был придуман на туристическом слете «Майовка», и работ действительно очень много. Но самое главное, хочу поблагодарить от всего нашего сообщества экскурсоводов за поддержку всех этих проектов, потому что для нас это очень важно и ценно. И хочется предложить вовлечь выпускников конкурса «Мастера гостеприимства» к участию как экскурсоводов, конечно, экспертов в будущий форум «Россия», который состоится на ВДНХ, и каждый экскурсовод будет влюблять в свой регион, а я, соответственно, в Сысерть. Приглашаю вас в гости. Спасибо за внимание. Вы знаете, я сегодня только с председателем правительства разговаривал, и он сказал о том, что у нас внутренний туризм, он просто имеет характер такого взрывного роста. И это не в последнюю очередь происходит, ну, конечно, государство обращает внимание, там, развитие инфраструктуры и так далее, но не в последнюю очередь благодаря таким людям, как вы. Потому что это делает этот вид времяпрепровождения интересным, полезным,
и завораживающим отчасти, и очень содержательным, и с точки зрения воспитания человека, в человеке любви к родине, очень-очень важно. Поэтому я желаю им всяческих успехов. Спасибо за ваши приглашения. Значит, что касается Маевки, надеюсь, что это Маевка, которая не приведет к революции, потому что, значит, лимит на революцию у нас уже в прошлом веке исчерпан, выбран полностью. Мы за эволюцию, а не за революцию. Маевка — это настораживает, так, словечко. Но я понимаю, это шутка. Вам успехов. Пожалуйста, следующий. Хорошо. Владимир Владимирович, здравствуйте. Меня зовут Иван Китаев, мне 17 лет. Я из Республики Бурятия, города Улан-Удэ. Я дважды выиграл в конкурсе «Большая перемена», и на финале этого конкурса получил грант от «Росмолодежь Гранты» и реализовал свой социальный проект. Во время участия в конкурсе у меня, конечно, не все сразу получалось, и для победы проходил непростой путь. Но в итоге, несмотря на все трудности, мне получилось дважды выиграть «Большой перемене», получить грант, а позже еще и стать амбассадором «Росмолодежь Гранты» и войти в региональную команду «Движение первых». И знаете, лично я убедился в том, что Россия – это реальная страна возможностей. В прошлом году вы поддержали идею создания движения, которое бы объединило всех детей нашей страны. Сейчас движение называется «Движение первых». Огромное количество ребят из всей России активно участвуют в развитии этого движения. И благодаря этому находят себе друзей, наставников, участвуют в различных мероприятиях и развивают свои личные качества. Но не у всех ребят, конечно, получается найти себе наставников в поддержку для развития своей деятельности. И, конечно, хотелось бы, чтобы в нашей стране наставничество продолжало развиваться и становилось еще более доступнее. И для ребят, которые хорошо себя проявляют в той или иной деятельности, оказывали постоянную поддержку профессионального развития. Также хотел бы упомянуть очень важный момент, то, что прямо сейчас в Артеке проходит конкурс «Большая перемена» для учеников 5, 6, 7 классов и участников международного трека. На нем собрались ребята со всех регионов нашей страны, в том числе и из новых областей Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Запорожья, Запорожской области. Также туда собрались ребята из других 30 стран мира – США, Великобритания, Китая, Израиля, Белоруссии и других стран. Я прекрасно понимаю то, что ребята сейчас сильно волнуются, переживают, ведь им предстоит решающий финальный этап конкурса. Владимир Владимирович, могли бы вы передать привет этим ребятам, пожелать им удачи на конкурсе? Сейчас ваша поддержка была бы для них очень важна. Да. Спасибо. С удовольствием это сделаю и попрошу коллег организовать это должным образом. А тебе успехов. Спасибо большое. Пожалуйста. Добрый день, Владимир Владимирович. Добрый день, коллеги. Меня зовут Марина Липатникова. И конкурс «Лидеры России» — это социальный лифт, в котором даже таких людей, как я, у которых ничего в жизни вроде бы не поменялось, это действительно социальный лифт. Я точно так же работаю руководителем небольшой некоммерческой организации в замечательной провинциальной Вологде, куда мы вас приглашаем и очень ждем. Мы рады, что вы планируете к нам приехать. Но, тем не менее, за это время для меня очень многое изменилось. Мы не просто начали в некоммерческой организации обучать подростков реальным профессиям, когда они решают совместно с бизнесом задачи. И сейчас с правительством Вологодской области мы будем работать над брендом госслужащего и создавать видеоролики, рассказывающие о том, каким образом, какие госслужащие нам сейчас нужны, и подчеркивать идею людей, которые приходят за решением глобальных задач и которые готовы приносить пользу людям. Мы разработали авторские настольные профориентационные игры, и в этом году я выиграла самый большой грант в Вологодской области Министерства просвещения и проведу 100 тысяч консультаций для родителей, 100 тысяч занятий по тому, чтобы научить родителей, помочь им научиться разговаривать на одном языке со своими цифровыми детьми. В том числе две группы педагогов мы уже обучили в новых территориях, и более 200 родителей у нас прошли обучение, и это только начало. Но что мы заметили сейчас, работая в рамках обучающей экспедиции, это еще один из проектов «Россия – страна возможностей» клуба лидеров России «Эльбрус» под руководством Татьяны Дьяконовой. Мероприятие в рамках нацпроекта образования, когда можно оказывать бесплатные консультации для родителей, называется «Поддержка семей, имеющих детей». И мы можем проводить бесплатные занятия для семей, мы можем проводить бесплатные занятия для желающих взять детей на воспитание, но почему-то не продумана история демографии
и мы не можем оказывать услуги тем взрослым, которые хотели бы родить ребенка, рассказывать им о тех возможностях, о поддержке, которая есть сейчас в России. И я надеюсь, что вы поддержите мое предложение Министерству просвещения расширить перечень благополучателей мероприятия для того, чтобы такие услуги тоже можно было оказывать бесплатно и рассказывать большему количеству молодых людей о тех мерах поддержки, которые для родителей у нас есть в стране. Дополнительного федерального финансирования это не нужно. А что нужно? Что нужно, чтобы вас включить в перечень благополучателей, кроме родителей и желающих взять на воспитание еще и тех, кто хотел бы родить ребенка? Даже не понимаю, у вас какие-то сложности с этим? Это как-то отсутствие в перечне этих услуг как-то мешает? Да, в любом случае на это нужно финансирование, а эти услуги в рамках гранта мы не можем оказывать. Да, Татьяна Алексеевна. Ну, Владимир Владимирович, мне очень сложно, поскольку грант предоставлен Вологодской областью, насколько я поняла со слуха. И там надо смотреть условия предоставления этого гранта. Если, Министерством просвещения. Министерство просвещения Вологодской области? Нет, Министерством просвещения Российской Федерации в рамках нацпроекта образования, проект «Современная школа», мероприятие поддержки семьи. Я предполагаю со слуха, что, скорее всего, речь идет о том, что Министерство просвещения ведет национальный проект образования, а национальный проект демографии ведет Минтруд. И все, что касается поддержки семьи и коммуникации, информационного сопровождения, разъяснения, это у нас за Минтрудом и проходит через проект демографии. Я могу посмотреть просто. Да, Татьяна Алексеевна, посмотрите, пожалуйста, потому что эта работа в очень важном, абсолютно правильном направлении. Это, ну, мы с вами понимаем. Это поддержка материнства, детства, это демография. Очень важно. И, конечно, заслуживает поддержки. Посмотрите, пожалуйста. Да, обязательно, договорились. Владимир Владимирович. Спасибо большое. Спасибо. Так, пожалуйста. Прошу вас, Светочка. Добрый день. Меня зовут Дмитрий Атаманов. Я победитель конкурса «Лидер России» второго сезона. И я тот пример, когда РСВ берет себе кадры в оборот собственно. Я руководитель проекта в России «Страна возможностей». Я хочу немножко рассказать про то, как платформа РСВ, ну, так скажем, сама себя опыляет и развивает дальше, помогает каким-то своим проектам, своими другими ресурсами. В 2021 году по вашему поручению была организована программа «Лидерство в медицине» по обучению руководителей учреждений здравоохранения. И мы в этой программе использовали ресурсы всех, кого мы могли, потому что программу поддержали и вы, и мой наставник Татьяна Алексеевна Голикова. В программу проектировали победители конкурса «Лидер России здравоохранения». И, прежде всего, там большой вклад известного Владимира Строменского, с которым вы открывали третий сезон «Лидеров России». Поддержали его победители, ребята, кто из Игнат Петухов, Олеся Старжинская, те, кто сейчас занимают высокие посты в регионах, они к себе зазывали эту программу и давали первых участников. Но, готовя эту программу, мы столкнулись с очень тревожным и, на мой взгляд, таким, ну, неприятным фактом. Потому что, когда мы анализировали потребности, запросы руководителей учреждений здравоохранения, мы поняли, что среди там, топ-10 самых актуальных тем для них вообще не осталось темы пациента. Есть кадры, есть финансы, есть материальное обеспечение, а пациента нет. И мы во главу угла, вот в основании этого образовательного проекта, мы поставили принцип, вот вы сегодня сказали, сконцентрироваться на человеке, а у нас слоган звучит «фокус на человеке». Мы прямо вот угадали практически. И мы это сделали для того, чтобы, когда мы учим людей, мы понимали, что наши руководители, которые выходят из нашей программы, они, каждый из этих руководителей, каждое свое действие должен сопровождать мыслью, а что это делает, что это дает конкретному человеку. И лучшие показатель успешности программы – это ее востребованность. Наши руководители в Архангельской области, Александр Евлев, возглавил крупную ЛПУ, областную больницу. В ЯНАО Мурат Балабеков вошел в кадровый резерв. Ребята из Курганской области, из Липецкой области, Диана Гаюнова и Аня Маркова, они делают социальный проект большой.
И мы незамедлительно после программы получили предложение от Архангельской области, что называется, повторить и расширить. И в этом году мы уже сделали региональный модуль, приехали в Архангельск программу. У нас большая программа на несколько регионов, но мы уже начали в Архангельске. Проблема вот какая. В медицинских вузах, к сожалению, руководители учреждений здравоохранения готовят только на уровне заведующего отделения. Мы один раз должны получить образование, организация здравоохранения, общественное здоровье. Я проходил эту программу, но вот это на уровне зав. Отделением до заместителя главного врача. И нам, вот мастерское управление Сеник, кажется, что руководство высокого уровня, оно требует иных компетенций. Это уже другие масштаб задачи, другие мысли. И наше предложение большое, это чтобы мы могли развивать у руководителей высокого звена в значимых социальных сферах не только в медицине, как мы сейчас это делаем в лидерстве в медицине, но и в других социально значимых сферах – культура, образование, социальная защита, потому что там точно так же не хватает управленческой подготовки высокого уровня. Спасибо. Я думаю, что это правильно. Единственное, что меня несколько удивляет, это то, что вы считаете, что нет пациента как ключевой фигуры в наших программах здравоохранения. У нас наоборот, все настроено именно на... Она, все эти программы пациентно-центричны, все направлено именно на человека. Но если вы считаете, что проблемы все-таки существуют, то значит, чего-то мы там, наверное, не доработали. Будем вам благодарны, если вы в рамках своей работы в Сенеже покажете на это, подскажете. Мы будем стараться. Да, да. Я говорю без всякой иронии, потому что, одно дело, то, что мы планируем, другое дело практика. Не всегда, наверное, все получается. Поэтому, если вы видите какие-то пробелы, будем рады воспользоваться вашими наработками. Вот. А что касается других сфер, конечно, почему нет? Согласен полностью. Пожалуйста. Сейчас мы сюда переедем. Сейчас, одну секундочку. Ладно? Пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, меня зовут Александр Любимов, я из Санкт-Петербурга, суперфиналист 4-го сезона конкурса «Лидеры России». Сегодня я здесь вообще благодаря трем важным событиям в моей жизни. И первое – это еще в мае 2014 года я вместе с друзьями создал волонтерскую организацию под названием «Координационный центр помощи Новороссии», и мы начали помогать тем, кто воюет, тем, кто защищает Донбасс. И мы продолжали нашу деятельность все эти годы. Второе событие произошло в 2021 году, когда я попал на конкурс, а это была уже третья моя попытка участвовать перед успехом. И благодаря конкурсу я познакомился там с огромным количеством очень умных, дельных, патриотичных людей. И вот третье – это когда началась специальная военная операция, и масштаб нашей деятельности, скажем так, должен был резко вырасти и действительно вырос. Это произошло во многом благодаря тому, что я смог привлекать к своей деятельности именно моих друзей и коллег по конкурсу. И вообще участие в конкурсе и моя деятельность меня научило тому, что победа любит подготовку и долгосрочные усилия. И это дало свои результаты, это убеждение. Первый пример. Мы еще в 2017 году начали отправлять на фронт беспилотники и даже производить их там же. И благодаря этому уже весной прошлого года мы смогли первой из волонтерских организаций развернуть массовую подготовку операторов БПЛА. И на сегодняшний момент мы обучили более 900 специалистов. Второй прорыв в том, что мы, наверное, тоже первыми из волонтеров смогли закупить большие беспилотники, там, летающие на 50-80 километров, и тоже начали на них учить. Это происходит вот прямо сейчас, сию секунду. И третье – это мероприятия, в которых мы участвуем или которые проводим. Например, в конце июля мы будем участвовать в архипелаге 2035 в Новосибирске, где покажем наше умение учить людей. И самое для меня важное – это то, что в конце августа при поддержке новгородского губернатора в Великом Новгороде и Демянске мы проведем мероприятие «Слет операторов боевых БПЛА» под названием «Дронница», где соберем людей, специалистов, для того, чтобы перезнакомить их, обменять опытом и вообще продемонстрировать, кто и что сейчас производит из волонтеров. Это провести выставку достижений волонтерского хозяйства, если угодно. И сегодня
я, наверное, могу сказать, что я знаю, что мы способны к долгим и упорным усилиям для достижения победы. И самое главное, что мы готовы их совершать столько, сколько надо. Вам спасибо большое за то, что вы занимаетесь одним из ключевых направлений, это очевидно. И в гражданской сфере беспилотные аппараты очень важны, причем во всех средах, и в военной особенно, и особенно сейчас, сегодня. Здесь много наработок, много идей, есть и организационные предложения, как организовать эту работу, создавая единые центры, и как посмотреть в будущее в этой сфере. Как изменить ситуацию, связанную с нормативным регулированием, с тем, что мешает развиваться, очень важно и очень своевременно. Поэтому я всячески желаю вам успехов. Если чем-то можем помочь, мы с удовольствием это сделаем. Так что вам всего самого доброго. Да. Пожалуйста, Дарья, да? Спасибо. Добрый день, меня зовут Дарья Арсеньева, мне 13 лет. Я живу в прекрасном городе с тысячелетней историей Старая Русса. Я закончила 7 класс, дополнительно занимаюсь хореографией в школе искусств имени Сергея Васильевича Рахманинова. Но я не только занимаюсь хореографией и 3D-моделированием. И меня с детства интересует космос. Я узнала о Национальной технологической олимпиаде «Джуниор» и решила попробовать поучаствовать в номинации «Технологии космос». Прошла заочный этап и попала в финал. Финал проходил в Великом Новгороде. Там участников разделили на команды. Космические техники, так называлась моя команда из 3 человек, где я была капитаном. Моя задача была сделать 3D-модель деталей космического аппарата. Наша команда стала победителем Олимпиады в этой номинации. После Олимпиады меня стал больше интересовать космос. И моя мечта стала увидеть космонавтов вживую и побывать на космодроме Байконур. Спустя практически год меня пригласили в состав делегации от Новгородской области, которая посетит космодром Байконур. На космодроме я увидела космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также запуск ракеты «Союз МС-22». Мы передали копию берестяной грамоты на МКС, которую в космосе принимал Олег Артемьев. А в марте этого года Олег Артемьев посетил наш город. При встрече его с молодежью мне удалось поговорить с ним, а также пожать ему руку. Я решила не упускать возможности и участвовать в различных конкурсах платформы «Россия – страна возможностей». Осенью 2022 года я еще раз приняла участие в Национальной технологической олимпиаде «Джуниор» в этой же номинации и стала победителем. Также 2 недели назад в городе Тамбов я участвовала в первом всероссийском конкурсе олимпиады «Таланты умного города» в номинации «Новое производство» и стала финалистом. С организаторами этого конкурса являются кружковое движение НТИ и «Большая перемена». Также я являюсь активистом волонтерского движения, также являюсь участником «Большой перемены» и участником кружкового движения. Хочется сказать, что Россия для меня не только родина, но и моя страна возможностей. Спасибо. Тебе спасибо большое. Скажи, пожалуйста, вот то, что ты передала космонавту, эту берестяную грамоту, что на ней было написано? Ну, это подлинник какой-то, найденный, да, археологами? Да, найденный археологами на Новгородской земле. А чего написано там было, не помнишь? Не могу точно сказать. Да. Это, вот, это очень интересная история с берестяными грамотами. Но, наверное, все знают о том, что они хранятся сотни лет, потому что находятся в тех слоях почвы, в которых, ну, глина присутствует. Эта глина работает как консервант и консервирует эти грамоты, ну, вот эти берестяные записки. Очень любопытно. Это все как бы раскрывает нашу историю, она оживает. Вот мне специалисты рассказывали, что в одном месте, значит, раскопали грамоту, и стало ясно, что на этом месте был суд в то время. Потом дальше работали, и нашли еще, через 5 лет нашли еще одну грамоту, из которой стало ясно, чем закончилось конкретное судебное разбирательство. Вот это невероятно. История оживает прямо. Невероятно. Вот. Но я думаю, что та область, которой ты сейчас занимаешься, ну, вернее, увлекаешься, она
безусловно, имеет будущее для всего человечества и для нашей страны. У нас большие планы в этом смысле и по ближнему космосу, и по дальнему космосу. Здесь есть над чем работать, чем заниматься. Я желаю тебе успехов. Спасибо. Владимир Владимирович, да. Разрешите мне передать вам книгу о Старой Руси? Конечно. Там водичка у вас хорошая, да? Да, минеральная вода. Да. Старый, можно сказать, русский курорт. Спасибо большое. Курорт. Вам всего самого доброго. Спасибо большое за подарок. Я бы, знаете, сейчас хотел обратиться к членам совета, попечительского, наблюдательного совета. Есть ли, вот, коллеги, у вас какие-то соображения, замечания по поводу того, как организована работа, или того, что нужно сделать для того, чтобы она была организована еще лучше? Прошу вас. Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, добрый день. За 5 лет Россия — страна возможностей, сделала действительно очень много. Много проектов, много вовлеченных, небезразличных людей и хорошо сформированная инфраструктура. Но я бы хотел поддержать сейчас то, что говорили Виталий Павлович и Иван Владимирович, и усилить ту работу, которая проходит в регионах. Очень здорово, что есть региональные этапы, но, с одной стороны, можно больше финалов проводить, субъекта Российской Федерации. Можно подумать на будущее, чтобы формировать какие-то общие мероприятия, которые бы объединяли финалистов разных проектов. Какой-то фестиваль, может быть, слет победителей сделать. И третье практическое предложение. Вот к той семье, о которой Андрей Анатольевич говорил, Таврида, Машук, Сенеж, добавить центр, который бы обеспечивал работу на территории Сибири, Дальнего Востока, Уральского региона, то есть наш азиатский такой центр школы управления, который бы помогал ребятам, не доезжая до Москвы, уже там на месте повышать свои необходимые управленческие компетенции, реализовывать важные проекты. Спасибо. Спасибо, Михаил Ильич. Спасибо большое. У нас действительно работа в регионах – это сейчас один из главных приоритетов. И я хотел поблагодарить и всех членов наблюдательного совета, и губернаторов за поддержку, которая оказывается. Действительно, очень чувствуется заинтересованность всех руководителей в том, чтобы искать таланты и их продвигать. А по поводу работы отдельного центра в Сибири, пообщаемся с Павлом Михайловичем, может быть, предложим какие-то варианты из существующих филиалов, например, Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Может быть, что-то, если будет решение наблюдательного совета, предложим дополнительное. Поработаем вопрос. Спасибо большое. Пожалуйста, коллеги, еще что-то? Все? Давайте будем заканчивать, потому что у меня следующее мероприятие, вот наш ведущий уже упоминал, до встречи. О работе с правительством, следующий этап. Вот, я хочу вас поблагодарить за все, что сделано, и хочу выразить надежду на то, что и уверенность в том, что сделано будет еще больше. Удачи вам, спасибо большое.